Доброго дня, друзі! Я вітаю всіх радіослухачів «Хвилі 100FM» і глядачів «Чернівецького променю». Сьогодні у нас така цікава чернівецька, я би сказав, тема, але я перед цим хотів би розказати чотири рядочки одного з цікавих авторів. «Єврей всегда везде заметен. Еврея видно сразу от порога. Евреев очень мало на планете, но каждого еврея очень много». Тема наша будет звучать сегодня так: «Евреи и черновцы». И в гостях у нас наш черновицкий прозаик, эссеист. Правда, он не любит, когда его так называют, но я ему сегодня приклеил в честь такой программы еще один ярлык. «Евреевед, черновиц» Владимир Килинич. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, дорогой Богдан. Да, кто-то называл меня еще заслуженным евреем нашего города. Говорят, потому что, такое, да? Да, потому что настоящих уже очень мало осталось. Вот. Но я когда-то написал тоже четверостишие, чтобы стараться не отставать от Игоря Губермана. Я написал такое: «Прожил в Черновцах я лет немало, всласть попил шипучего винца. Есть у нас еврейское начало, только нет еврейского конца». Да. «Евреи и черновцы». Ну, давайте начнем, наверное, Владимир Алексеевич, со справочки такой. Евреи на Буковине жили издавна. Археологи находили здесь монеты древних маковеев, попавших сюда еще во времена Римской империи. В 1774 году, когда австрийцы вошли в Черновцы, генерал Габриэль фон Сплени сообщил императору в отчете: «В городе около 300 дворов. Из них чуть больше половины еврейские, остальные русинские и воложские». Вот такая справка. Это речь идет об австрийском периоде, 1774 год. Наверное, вы продолжите, так как у вас есть что сказать по этому поводу. Да, спасибо. Ну, мы не жили, к сожалению или к счастью, мы не жили в австрийский период. Но и вам, Богдан, и мне, нам в жизни необычайно повезло. Мы застали евреев в этом городе, который по праву много лет считался еврейским, хотя тут никогда не было превалирующего по населению количества жителей этой национальности, но тем не менее так принято считать, и это соответствует исторической правде, исторической справедливости. Этот город построен и создан в таком виде, в котором он достался нам именно в основном и в значительной степени еврейскими жителями этого города. Не случайно есть расхожая поговорочка, которая дошла и до наших дней, которая как бы и актуальна и сейчас. Вот про наш город говорят о том, что в мире только две столицы: Тель-Авив и Черновицы. Да, а Нью-Йорк и Фастов — это города контрастов, я добавляю. Да. А пусть Одесса будет мамой, пусть Ростов будет папой, а столица будет здесь. Да, согласен с вами. Вот тут еще одна справка есть. Согласно австрийской переписи населения, это 1900 год, в Черновцах проживало 21 388 евреев, что составляло 32,5% от всего населения города в то время. Потом происходили какие-то миграции. Такие же миграции, как происходит и сейчас. В принципе, чему тут удивляться? Мы удивляемся, почему, куда все подевались, еврейское население, которое уехало. И волна. Тут давайте все-таки перейдем к периоду, когда мы, то, что мы помним, вы старше меня, конечно, да, и вот период советского времени, который вы застали. Расскажите об этом поподробнее. Я приехал сюда в 62-м году, и в моем классе, куда я пришел, было там примерно 28 человек, из них 12 были не евреями, все остальные были мальчики и девочки еврейской национальности. Да, у меня тоже половина класса, у меня тоже. Я вырос в этой обстановке. Никто тогда не делил детей на, или людей на какие-то национальности, все были. Это расхожая как бы фраза, и это действительно была правда. Это была правда. И потом мы учились где-то начиная с 8 класса, дети еврейской национальности начали уезжать.
потихоньку. Значит, ну, потом они шутили, там, через много лет, говорили о том, что мы не уезжали на самом деле, мы отбегали на безопасное расстояние от этого города, а душой мы оставались тут. Потому что черновцы и евреев, и Израиль, который, кстати, завтра будет отмечать национальный праздник. Это День независимости Израиля. День независимости, да. Израиля. Это будет очень сложно. И делить это нельзя, и невозможно это отделить. И так как там живет много наших граждан, много очень черновчан. Много граждан. Я скажу о том, что, ну, помимо друзей, которых мало кто знает, там, кроме там, меня или вас, значит, есть в Израиле живут черновчане, которые занимают очень высокие посты. Ну, например, нынешний глава Кнессета Юлий Эдельштейн, черновчанин, и, к счастью, я с ним знаком. Он был еще, когда министром абсорбции, он приезжал в Черновцы, мы виделись с ним, познакомились. Вот, в Израиле живет именинник сегодняшний, черновчанин, выпускник 5-й школы Роман Бронфман, очень известный, многолетний депутат Кнессета, очень известный израильский политик. Я, если он нас случайно услышит, то мы его поздравляем с днем рождения сегодня, вот, и желаем ему всего того, чего принято желать в Черновцах. Да, я думаю, что вот нас услышали. Я бы тоже хотел передать привет очень многим, но если я начну передавать сейчас привет сегодня, да, всем там, моим, да, друзьям-евреям, да, начиная с одноклассников и со всех тех, кого я помню, то, наверное, нам просто не хватит эфирного времени, скорее всего, на сегодняшний день. Да. Да. Давайте вернемся все-таки дальше. Вот если мы все-таки к австрийскому периоду еще раз вернемся, в то время либерально относились к еврейскому населению, потому что австрийцы считали евреев проводниками немецкой культуры. Культуры тогда, и у них не было никаких ущемлений, я имею в виду, во власти, в государственных учреждениях, в вузах черновицких, университет и так далее. При Румынии было несколько хуже, при советах стало по-другому, но такого количества евреев, которые проживали в Черновцах в послевоенное время, мне кажется, из близлежащих областей, если брать Львов, брать Тернополь и все остальные города, то такого количества, как в Черновцах, не было просто. И вот эта шквальная эмиграция в 70-е годы, я помню ведущую нашего областного телевидения, я, правда, запамятовал, как ее зовут, и она, но она была коммунистка, и это был коммунистический такой проект у нее, она говорила: «Нет, никогда не станет Израиль родиной всех евреев». Вот я запомнил эту фразу, и она чуть ли не била кулаком по столу. Вот, но Израиль таки все-таки стал родиной для многих. Некоторые из них возвращаются в Черновцы, некоторые остались там, многие очень. Но вот возвращается очень маленький процент, в большей степени все-таки живут там. Я хочу Дусику, Олегу Тубиншлаку передать огромный привет. Павлу Манагевичу, это мои коллеги с радиостанции Канады, Ванкувер, Радио Вера и Дэвидсон Радио, Нью-Йорк, 620 АМ, частота у них. Ребята, желаю вам здоровья, добра. Мы с удовольствием с вами сегодня онлайн пообщались. Просто в данный момент нет такой возможности из-за разницы во времени. Я думаю, что у нас будет такая возможность. Мы в ближайшее время устроим радиомосты и будем общаться с нашей эмиграцией, что нам очень интересно. Владимир Алексеевич, извините, что я так много времени эфирно занял. Вам слово дальше. Вы знаете, это вообще интересная такая штука, она трогательная и очень такая, ну, не очень веселая, но это правда. Вот мои друзья, с которыми я продолжаю общаться, евреи, которые живут в разных странах, там, от Америки, там, в Европе и так далее, значит, ну, некоторые из них приезжают, это интересно им, это интересно их детям, там, внукам и так далее. Некоторые категорически отказывают возвращаться, потому что боятся разочарования, боятся нарушить какую-то стройную такую, ну, систему воспоминаний о городе детства, об этом замечательном городе. Значит, ну, тут очень трудно занять их место, потому что не был я в их, так сказать, в их, ну, понимании и отношении к этому городу. Но, тем не менее, мне не встречались какие-то мнения о том, что они, ну, о том, что эти люди, которые здесь выросли и родились, люди еврейской национальности, у них отрицательные какие-то эмоции по отношению к черновцам, по отношению к нашему городу. Скорее ностальгическая, я бы сказал. Ностальгия, которая меняется там с годами, там она там углубляется или наоборот там притухает как-то, но отношения очень теплые. Я очень рад, что мы восстановили отношения
з такими черновчанами бывшими, это Анатолий Вишевский и Борис Брикер. Они друзья Романа Бронфмана, о котором я говорил. Они, кстати, сейчас в мае опять приедут сюда и даже подумают о том, чтобы купить здесь какое-то жилье, чтобы иметь постоянно где жить. И, ну, можно было, ну, возвращаться в этот город уже более, так сказать, в благоустроенном виде. Но, тем не менее, ну, мы сейчас с большой грустью констатируем о том, что евреев осталось в Черновцах очень мало. Они все на виду, каждый из них. Они все, ну, кто себя хочет активно проявлять, они себя проявляют. Но, тем не менее, это уже, конечно, совершенно не то, что было там в 60-е, 70-е годы и так далее. Я, ну, возможно, наши слушатели и зрители знают, есть такой поэт Юрий Штерн. Он черновицкий, учился в Москве, но много лет уже там тоже был депутатом Кнессета. У него есть замечательные стихи о нашем городе. Я вот приведу только небольшой отрывочек из его стихотворения, которое посвящено черновцам. Он написал: «У евреев нет столицы, у евреев нет страны. Нам, евреям, черновицы в утешение даны». Да, вот интересно. Это настроение, ну, наверное, многих бывших жителей нашего города, оно есть, оно будет, и оно как бы, ну, отражает вот то состояние, которому эти люди подвержены. К сожалению, да, не повезло мне, я пока не смог побывать в Израиле, но очень многие мои знакомые, мои друзья, значит, передают эту атмосферу. Есть клубы в Израиле бывших черновчан разного формата. Мне очень нравится, как, допустим, бывшие выпускники 5-й школы нашего города вот сумели организоваться, и у них тоже своего рода и в социальных сетях есть страничка, и как они вот поддерживают друг с другом отношения, это по-черновицки, это вызывает восхищение, это вызывает уважение. Я помню, в советское время такая поговорка ходила: «Евреем можешь ты не быть, но по-еврейски жить обязан». Да. Так как я не еврей и имел очень много друзей евреев, одноклассников, в параллельном классе меня отец спрашивал: «Чё ты дружишь с евреями?» У нас был такой сюр, Сережа Сюр, Михаил Вольдман и Женя Тепперман. Говорит: «Ты дружишь с тремя людьми, а чому ты не дружишь с украинцами?» Я кажу: «Я дружу и с украинцами також, але в нашому середовищі було просто більше єврейського населення. І хочеш, не хочеш, хотів би я этого, не хотів, вращаясь в той атмосфері, в той компанії, в тих компаніях того времени, воля-неволя це на тебе накладає отпечаток. В моїх жилах не тече єврейська кров, но що-то єврейське во мне есть». Как говорят мне мои друзья и знакомые. Да, тут всегда, в Черновцах всегда жили евреи разных национальностей. Так они продолжают, так это и продолжает быть, и сейчас, и я думаю, что это, хотя вот физически евреев очень мало, их практически нет, но вот дух, обстановка, которую они веками, годами создавали здесь, то есть предприимчивость, то есть какая-то такая коллективность, коллективизация, оно в хорошем смысле этого слова, они сохранились, хотя их уже здесь, ну, я думаю, лет 30 в таком количестве и в таких, как бы это, уже их нету здесь, в Черновцах. Они приезжают там, музыканты, это ты лучше знаешь, Богдан, чем музыканты Агашкин по своей линии, там, безусловно. Агашкин, бывшая биржа, какие-то другие, там, одноклассники собираются, но это все происходит тихо, это не афишируется, это как бы, ну, так по-семейному происходит. Но вы знаете, когда попадаешь в эту атмосферу, попадаешь вот в этот круг людей, которых ты не видел, скажем, десятки лет, ты как бы возвращаешься в общении с ними, ты возвращаешься в тот период, ты начинаешь чувствовать то время. Да, говорят, да, что возвращаться назад нельзя, но как мы можем не возвращаться? Память, ведь это очень важно в жизни, память, есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Мы стараемся, безусловно, запоминать только хорошее. Это программа «Ласточкино гнездо» и тема нашего разговора «Евреи и черновцы».
друзья мои, мы продолжаем говорить на тему «Евреи и черновцы». Напоминаю, гость нашей программы – чудесный писатель, прозаик Владимир Килинич. Владимир Алексеевич, мы продолжаем. Я опять хочу к статистике вернуться. В 1959 году в Черновцах проживало 37 тысяч евреев. По моим данным, по данным нашей статистики черновицкой, 79 год – это 22 тысячи евреев, 89 год – 16,5 тысяч евреев. В 1998 году около 4 тысяч, при общем населении около 250 тысяч. И 2001 год 1443 человека. Вот такая идет нисходящая тенденция. Скажите, вот вы помните тот период эмиграции, когда большое количество евреев эмигрировало из города? Вот вы тогда общались, может быть, я застал, но вы раньше все-таки этот период, вы его больше охватили, можете больше сказать. Что вы почувствовали во время этого оттока ваших близких, ваших друзей, ваших коллег? Ну, как-то в заботах таких житейских как-то не замечался этот очень тревожный процесс отъезда этих людей. Но наступил такой момент, однажды я вышел на Кобылянскую и увидел, что она опустела. Как и опустел весь город. Город совершенно другим стал. Кобылянская была абсолютно... Было несколько лет, когда я не мог там просто ходить по этой улице, потому что она, ну, как заброшенный какой-то город. Да, как, потому что в наше время... Раз, между камнями росла трава, гуляли какие-то, бегали какие-то собаки, значит, да. Людей там не было. Это улица, которая... ну, была очень такой знаковой очень много лет, очень много десятилетий, она осиротела. Совершенно значит, верно. Ну, в советское время, я помню, чтобы пройти из конца в конец Кобылянскую, нужно было потратить, ну, как минимум час времени, потому что через каждые 15-20 метров ты встречал вот, какого-то знакомого, останавливался и беседовал. Да, вот как пишет тот же Юрий Штерн об этой улице. Выходной по Кобылянской разнаряженный народ, словно в праздник первомайский, на парад себе несет. Значит, ну, это примерно вот так выглядело. Да, и да. Я увидел, что я начал... Я, меня не было там несколько лет в городе. Я вернулся, начал звонить, поднял свой там телефонную книжку, начал звонить, того нет, тот уехал. Я вижу, что как бы мы остались одни тут, в этом городе. Ну, трагедии, конечно, не произошло. Не надо из этого... Ну, произошло то, что должно было произойти. Люди... нашли лучшую жизнь где-то вдали от этого города. Скажите, вот, причина, нам, вот ваше, ну, ваше мнение, причина массового выезда евреев, ну, в 70-е прежде всего, годы? Прежде всего, это экономическая причина. Вот, частично, конечно, я... Вы знаете, я с этим явлением антисемитизма я напрямую не сталкивался. Это было в советский период, это было завуалировано. Никто прямо ну, не ставил вопрос антисемитизма. Но вот я припоминаю, уже прошло много лет, я вспоминаю разговор со своим другом Семеном, который сейчас живет в Германии. Значит, он мне говорит, ты знаешь, он закончил математический факультет нашего университета, он говорит, ты знаешь, я хороший специалист, но я никогда не буду начальником отдела, потому что я еврей. Я говорю, Сеня, да что ты говоришь такие глупости? Нет, на самом деле это было. Я, например, это было. Тоже... Так это было. Я, например, вот. Поэтому, естественно, он должен был уехать для того, чтобы сделать карьеру какую-то, что он, впрочем, и сделал потом. Он уехал, сделал карьеру, заработал на жизнь другую, наверное, которую он не смог бы получить здесь. То есть это было. Надо это говорить было. Прямо. У нас, допустим, в школе французский язык у меня преподавала Гительман Фаина Исаковна, потом Мария Абрамовна, тоже еврей, и даже украинскую мову мене читала Абольнікова Єдокія Моїсеївна. Вона єврейка, і мій тато дивувався, чому це... От бачиш, каже, єврейка Абольнікова могла не тільки вивчити досконало українську мову, а ще й викладати її. А от наш сусід, говорить, який приїхав із Росії, він вже живе 35 років в Черновцах і не може вивчити українську мову. От таке я від отця слышав такі в то время. Скажіть, а от антисемітизм сьогодні, ви чуєте проявлення антисемітизму? Може бути, в каком-то ином качестве. Вы знаете, интересно. Для меня показательным в этом плане является, ну, такая
фигура Йосифа Зісельса, с которым мы сблизились там последние годы. Это очень известный советский диссидент, черновчанин, активный сейчас общественный деятель. Вы посмотрите, он активный участник Майдана. Он сейчас там, ну, как общественный деятель прежде всего, он заседает в каких-то очень важных комиссиях. Он основатель и главный организатор музея истории евреев нашего края, за что ему просто низкий поклон. Это очень большое сделано дело. Значит, он, ну, вот для меня его, вот его фигура, его, то, что он делает, для меня показатель того, как вот в современной нашей стране, в современной Украине, на каком месте находятся евреи. Вы посмотрите, у нас работает сейчас не одна, как это было при Советском Союзе, а две синагоги. Пусть евреев осталось, наверное, и на полсинагоги нету их. Вот. Но, тем не менее, значит, такая возможность есть. Восстанавливают резиденцию цадика в Садгаре. Значит, и приезжают какие-то, ну, есть какие-то связи по линии культуры, по линии бизнеса, наверное, хотя сложно у нас сейчас с бизнесом, как и с некоторыми другими вещами, но тем не менее это есть. То есть я не думаю, что антисемитизм заметен. Есть какие-то проявления где-то. Есть проявления, даже ко мне есть иногда какие-то обращаются и говорят: ты же, слухай, ты же украинец, да, ты читаешь оповідання єврейські фільми Льова, тобі що це близько, і вони не розуміють, що це просто була частина нашого життя в свій час, в свій період. Произошло от того, що во многом многонаціональність нашого города сьогодні – это во многом міф. Это во многом уже история, потому что, ну, нет, здесь практически не осталось немцев, практически не осталось, ну, и тех же евреев. Да. И как говорят, из песни слов не выбросишь. Да, да, да. Поэтому это все, наверное, вернется, но через какое-то время, когда у нас станет хотя бы так, как в Израиле. Ну, оно сейчас должно, наверное, стать, и тем более, что я вижу, что некоторые люди все-таки приезжают. У кого-то не получилось. Я не говорю именно об Израиле, вот Соединенных Штатов возвращаются некоторые единицы, правда. Да. Ну вот не получилось что-то, не смогли. Да, они вернулись сюда, и они как бы живут, продолжают работать. Это, наверное, на иммиграцию тогда 70-х повлияло какое-то, наверное, массовое настроение общее. Да, видимо. Общее настроение, поэтому такая была большая волна, потому что, по сути, мы же с вами никуда не уехали, не иммигрировали, мы живем здесь, несмотря на то, что мы... Возвращаясь к теме евреев, значит, не уехали, конечно, все. Смотрите, остался и здесь нашел вечный покой. Такой Йосиф Бург, значит, никуда не уехал. Сеня Цидельковский, к сожалению, тоже покойный. И мне вот лично, я его знаю просто с детства, мне его очень не хватает, вот эти несколько лет, что его уже нет. Здесь продолжает активно работать Лев Фельдман. Тут работают, значит, ну, тот же Йосиф Зисельс, он не в Черновцах. Я бы обязательно вспомнил Фалика, Пинхас Авраамовича, Пинхас Фалик Рейфер, который был заместителем директор филармонии, легендарная личность, при котором мы узнали Софию Ротару, Назария Еремчука, Василия Зинкевича, наших выдающихся украинцев, которые практически, но они в тандеме, в спайке с таким человеком, которого... Ну, и Сиди Таль, конечно. И Сиди Львовна, да, конечно, безусловно, они вместе, понимаете, очень много, и тогда действительно не ощущалось никакого... Но потом все-таки вот эта вот антисемитская волна, все-таки я считаю, что какое-то яблоко раздора какое-то было все-таки. Это тоже, наверное, повлияло. Вот эти притеснения повлияли. И мне, допустим, обидно, что отсюда действительно уехали очень талантливые люди. Мой одноклассник Александр Шустер, который сейчас является выдающимся микробиологом. Это человек, ну, он был у нас, мы говорили, самый умный в классе. Он автор препаратов таких, как Арбидол, Нурофен. То есть он занимается таким фармакологическим бизнесом. Очень крупный специалист, лаборатории в Швейцарии. А заводы у него в Ольгинском, под Москвой находится, но, к сожалению, не в Черновцах. Мы же здесь живем, и у нас только память остается. Владимир Алексеевич, пожалуйста, что вы еще хотели? Значит, несмотря на вот все это, очень многие люди еврейской национальности продолжают как-то, ну, невидимую связь со своим городом. Вот есть у меня одноклассник, сокурсник по университету,
Он сын очень известного чернивского педиатра Леонид Пейсах. Он живет в Израиле. Папа его уже давно покойный. Ну, помнят очень многие его отца. Они жили на улице Челюскинцев. В конце, значит, папа родом из Новоселицы написал в свое время какую-то книжечку воспоминаний и возглавлял даже землячество евреев новоселицких в Израиле. Значит, и с Леней мы состоим в переписке. Он из той категории, он боится приезжать, он не хочет разрушить воспоминания о своем прекрасном детстве здесь, в Черновцах. Он боится, пока не знаю, может быть, что-то у него изменится, он боится приезжать. Но, тем не менее, он с большой теплотой, он собирает какие-то материалы о Черновцах, он мне пересылает, где-то что-то находит в интернете, где-то просто находит где-то с какими-то людьми. Вот приятно, вот эта связь и с прошлым нашим, и связь с городом, и я стараюсь подогревать у него интерес к нашему городу, и вот за счет этого он, ну, ведь по всей вероятности его детям и его внукам уже это менее интересно, чем ему, потому что они родились там, как и другие люди. Но у него этот интерес есть, и это прекрасно, это хорошо. Я с большим удовольствием слежу вот в социальных сетях за бывшим черновчанином Борисом Дратвой, который является автором очень многих таких фильмов документальных о Черновцах. Я знаком с Дратвой, да. И мы с ним в свое время встречались. Я с ним, к сожалению, не знаком, но... Мы в свое время встречались. Я здесь не успел с ним встретиться, когда он приезжал и снимал здесь фильм. Мы созванивались по телефону, и все никак не получалось. У него было ограниченное время, мы просто не успели. Много музыкантов. Если мы вспомним нашу черновицкую биржу, очень много музыкантов выехало. Среди них, я уже упоминал, легендарный трубач мирового уровня. Это Агашкин. Это Марик Кушнир, барабанщик, мой друг, и много-много очень, я сейчас просто еще раз повторюсь, не могу всех упомнить, потому что не хватит просто времени, Владимир Алексеевич, но я думаю, что, знаете, что нам с вами что-то нужно устроить, организоваться со всей нашей эмиграцией и устроить такую большую встречу. Подобная встреча была во время 600-летия Черновцов, празднования, собирались наши музыканты, приехали все, кто смог тогда приехать, это было очень здорово. Я, к сожалению, жалею, что я не смог там присутствовать, у меня было мероприятие, мы сняли клип, и я размещал его. Мы уехали по работе. Но я бы хотел, чтобы мы закончили на такой торжественной ноте сегодня, оптимистической ноте. Все-таки не плакать за людьми, да, вот жалеть не надо. Надо с оптимизмом смотреть на жизнь и радоваться тому, что нам дал Боженька. Я думаю, что мы обязательно устроим такую встречу. Богдан, с нами здесь живет в этом городе Бронислав Тутельман. Очень яркий представитель черновиц вот 60-х, 70-х. Он здесь будет. Он сейчас временно отъехал там по родственным делам в одну из капиталистических государств. Но он здесь, с нами. Он хранитель еврейских черновцов прошлого, и он будет с нами всегда здесь. Поэтому, ну, форма организационная, может быть, любое там, одесситы придумали Всемирный клуб одесситов. Вот что-то такое, я когда занимался подготовкой 600-летия, это вот была такая у нас идея, к сожалению, она не прижилась, но я думаю, что что-то можно придумать, и все равно этот город останется таким, каким он был, каким мы его помним, и он будет таким всегда. Немножко еврейским, немножко нееврейским, но это будет нашим городом, который будет еще много-много лет существовать. Ну что ж, друзья, всех наших черновицких эмигрантов в Израиле поздравляем с Днем независимости Израиля, поэтому это отчасти и наш праздник, точно так же, как и трагедия на востоке Украины, отчасти трагедия и еврейского народа, мы это видим и в Фейсбуке, и в печати. Всем огромный привет, обнимаю всех, кто нас сможет посмотреть, увидеть и кто слышит сейчас нас. Это была программа «Ласточкино гнездо». Говорили мы о евреях и о нашем родном городе Черновцы, и нашего гостя хочу поблагодарить, это Владимир Алексеевич Килинич, прозаик, писатель, эссеист, с которым мы обязательно еще будем встречаться. Спасибо. Друзья мои, ну, наше время истекает. Всего вам хорошего, добра, здоровья. Оставайтесь с нами.